На часах 10 утра, но несмотря на рабочее время, на участках много людей. А в урнах уже стопки листов для голосования. Например, сюда, в гимназию номер 3, сделать свой выбор пришла представительница Росгвардии Екатерина Крюкова. Говорит, что ходит голосовать каждый раз, не пропустила ни разу. На выборы прихожу для того, чтобы отдать свой гражданский долг, выбрать, так сказать, будущее нашего государства. Выборы главы государства впервые проходят в течение 3 дней с 15 по 17 марта. В Пушкинском проводили масштабное информирование жителей. Однако, если остались сомнения, то узнать адрес своего избирательного участка можно на портале госуслуги или на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Для голосования необходимо взять с собой на участок паспорт. А кроме того, проголосовать можно по военному билету или временному удостоверению личности.